Твой выбор. Под таким названием на базе школы поселка Харп состоялся 4-й районный слет девятиклассников. В нем приняли участие более 90 школьников с Белоярска, Оксарки, Харпа, Катравожи и Харсами. Основная цель слета – профориентировать молодежь Приуральского района. Вот уже 4-й год подряд традиционным местом для проведения слета становится школа поселка Харп. 4-й районный слет девятиклассников. Твой выбор считать открытым. После торжественной церемонии открытия представители Ямальского многопрофильного колледжа и его филиала рассказали ребятам, каким специальностям можно обучиться в окружной столице и в Лабутнангах. И это действительно актуально для присутствующих, ведь совсем скоро перед ними встанет выбор, по какой специальности продолжить обучение. У нас на Ямале, несмотря на то, что у нас нет как таковых высших учебных заведений, хотя идет речь о создании подобных, но у нас достаточно учреждений среднего профессионального образования, которые предоставляют очень большой спектр именно тех профессий, которые востребованы на данный момент. То есть не так называемых престижных, а именно те, которые на самом деле принесут доход в семье или непосредственно будущему выпускнику, где будет выпускник, что самое главное, гарантированно трудоустроен. Будущее начинается сегодня. Под таким девизом ребята, разделившись на группы, соревновались по 4 компетенциям. Робототехника, предпринимательство, звукорежиссура и фотография. К слету школьники готовились заранее, выполняя домашние задания, которые в дальнейшем оценивало компетентное жюри. Особое внимание было уделено робототехнике, ведь это направление сегодня активно внедряется в школьный образовательный процесс. Я считаю так, что робототехника, она должна стать образовательным инструментом, точно таким же, как, вы знаете, писали пером, стали ручкой писать, писали ручкой, стали печатать, печатать стал компьютер. Вот пришло теперь время робототехники. Создание бизнес-планов, правильно выставленная композиция, программирование роботов, сведение звуковых дорожек. Организаторы слета приложили максимум усилий, чтобы программа была насыщенной и разнообразной. Я работаю в Катравожской команде, изучаем мы предпринимательство. То есть, как бы выбираем будущую профессию, чем будем заниматься дальше. Ну, для начала это пока нормально, изучать что-то новое, набраться опыта. То есть интересно? Да, очень. По совокупности баллов, полученных за конкурсные задания, ступени пьедестала распределились следующим образом. 3-е место у школы поселка Харсай, 2-е у представителей Оксарки. Первое место, диплом первой степени, награждается команда муниципального общеобразовательного учреждения «Школа село Белоярка». Завершился 4-й слет девятиклассников празднованием Масленицы с театрализованным представлением, а каждый из участников отведал блинов и горячего чая.